Более сотни нарушений миграционного законодательства и 7 уголовных дел по фактам фиктивной регистрации на территории России. Таковы итоги совместного рейда сотрудников полиции и Росгвардии, которые в течение недели проверяли места пребывания иностранных граждан в Пензенской области. В первую очередь стражи порядка посетили строительные и торговые площадки. Как выяснилось в ходе осмотра документов, некоторые уроженцы стран ближнего зарубежья вели трудовую деятельность без соответствующих разрешений. 16 июня 2021 года прекращает действие указ президента номер 274, в соответствии с которым до данной даты иностранным гражданам не принимались решения об аннулировании видов на жительство, разрешений на временное проживание. Также не принимались и не выносились решения о депортации, о выдворении. Соответственно, с 16 июня все данные меры не действуют. Времени на то, чтобы исправить ситуацию, у иностранных граждан осталось не так много. В ближайшие 2 недели они обязаны прибыть в отделение миграции и встать на учет.